Привет всем, вы на канале Просто Детки, и мы продолжаем летсплей по шарам в стране смешариков. Итак, что у нас сегодня новенького? Создай оазис, опа, и пропала связь с роботами. Ну, связь с роботами мы уже видели, в принципе, не раз. А вот с оазисом дела обстоят иначе. Давайте глянем, что там у нас с оазисом. Вот смотрю я на эту такую ехидную улыбку, хитрую Джина, и подозреваю, что в оазисе там ничего хорошего нас не ждет, на первый взгляд. Ну а как будет это такое, узнаем скоро. Смотрите, день рождения, что у нас здесь? 30 апреля, день рождения босса Бабоса, ух ты. Подарок от именинника, вот такие вот кроссовки, да? Прикольно. Супер. Вот они. Так, ну и куча, в принципе, других вещей. Довольно-таки классных. Кстати, вот большой босс, что-то похожее там, фон. Но не факт, что как бы он у меня есть, там просто похожее. Я куплю его, по-любому. Вот, дальше. Прическа босса-бабоса. Тоже, по-моему, у меня нет ее. Дальше. Футболка босс, тут я. Супер. Это что касается за смешинки можно купить, да? То есть мы взяли кеды, футболку, прическу и фон. Можно уже и приодеться, да? Так, магия босс бабос. Ну, магия я редко пользуюсь. Не хочу ее покупать. Костюм босса бабоса. Костюма у меня точно такого нет. Ну, возьму, короче, пускай валяется. Домик босса-бабоса, причем здесь две комнаты, да, бассейн, джакузи вот стоит там, сцена, короче, прикольный домик такой, и на него хорошая скидочка, да, ну, я тоже не сильно прям фанат домиков, если бы я жил в Шараме, да, я был бы фанат домиков, нужно было бы где-то жить, а так вот, как бы, все-таки, нечастые гости в последнее время. Раньше не сильно домики эти вот любила, сейчас еще на них румбики тратить не хочется. Так, ну что, снимай карту свой. Так, ты тоже, наверное, давай уходи от нас, спутник. Давайте возьмем прическу, вот такую вот. Дальше, футболку тоже обязательно. Так, динозаврик свободен. Башмаки, это башмаки, да, это не кеды, да, чьи не кроссовки. Так, лук можно убрать. Что у нас получается? Так, прическа, фон, очки. Ага, очков бабоса нет, да, к сожалению. Ладно, будем одевать что-нибудь. В принципе, тоже модное. Почему бы и нет? Как раз хорошо глаза закрывают. А не так, как бывает, наполовину только. О, вот эти, кстати, вообще. Не буду даже больше искать ничего. Сгодятся. Так, какой спутник мне выбрать? Какого спутника? К бабосу, как вы думаете? Вот честно, не знаю. Не знаю, не знаю, не знаю. Снежика. Ну, как-то. У них глаза, по-моему, похожи, да? А чем-то. Такие тоже милахи оба. Ну, не знаю, даже так вот на первый взгляд. Получилось вот такой выбрать спутника. Сейчас посмотрю, что еще можно придумать. Ты, как вы думаете, скажите свое мнение, какой спутник больше всего подходит бабосу вообще вот? Ну, из тех, кто у меня есть, естественно. Если кого у меня нет, я ж не смогу взять. Так, босс, босс, босс. Босс-бабос. Спутник Валентинка? Нет, я думаю, боссу точно не подходит. Крош бы подошел ему, шорк этот. Даже не знаю. И тренер Хват. Такая улыба, в принципе. Лулдик. Мне кажется, тоже неплохо было бы, чтобы подошел. Ну ладно, возьму того, кто уже вот у меня есть.
и аксессуары. А аксессуары обязательно. Аксессуары, я помню, у меня есть такая цепёха крутая. Так, то вот. Я думаю, бабуса она самый раз. Так. А ну-ка посмотрю на свой прикид. Ха! Не отличишь, да? От бабосика. Ха, супер. Так, я, в принципе, сегодня поздно записываю. Вот в пятницу не получилось пораньше. А все равно народ тусуется. Народа хватает. Так, все, с этим разобрались, с прикидом. А, надоела жара в пустыне, и песок этот желтый. Хочу красок и прохлады. О, как и нам тоже всем. Холода надоели, хочется солнца, моря и тоже красок, да? А, поможешь создать цветущий оазис, а я своими сокровищами поделюсь. А, подарок, спутник, Фенек, Феликс, обалдеть. А сколько у нас уже спутников? Вы помните, их уже целая куча было, да? А, кликай на портал в пустыню, чтобы начать. Обалдеть. Не, ну спутник... это вот тут. Полей пустыни из волшебной лампы. Создай оазис и получи призы. Чу. Я думал, тут что-то будет такое прям. Шапка Бостон. Ладно. Ого. Врата мудрости. Ничего себе, прям. Прям все в тему. Цветок пустыни. Пусто. И все равно водичка, да? Ого. Трон султана. Вообще крутяк. Так, камин граффити. Поближе его рассмотреть, но пока, в принципе, нормально. А вообще здесь может быть 12 предметов, да? Ничего себе. Туфли спорт. Ого, отвлеков. Блин, я ж не буду на каблуках ходить. Слушайте, зачем мне туфли? И прическа эта вот девчачья. А, ладно, лучший выбор. 30 ламп за 7 румбиков. Да, сгодится. Вот в прошлый раз мне даже этого не хватило. Пришлось потом еще докупать. Непруха была полная. Я вот не пойму, когда мне дадут спутника, когда я соберу все вот эти предметы, или просто он случайно может попасться. О, класс, да, слева вообще тут особо ничего нет. А, фон «Арабская ночь», класс, такая музычка тоже арабская. Пусто. Пусто. Ну, блин, прям вообще. Докупил лампы и пошло все впустую. Декор мельница. Короче, домик. Для домика декораций целая куча здесь. Да. Десяток уже пролетел незаметно из купленных. Да, пошло. Так как вот вначале хорошо открывался, да? А, плита от шефа. Тоже для домика. Ух ты. Что, две? Ха-ха, зачем? А разве может такое быть? Я такого раньше не помню, что были повторки вот в этих подарках. Интересно. Надо по центру покупать, то по центру я вообще не копал толком. Еще одни врата. Блин. Одни повторки пошли. И еще одна арабская ночь. Зачем мне два фона? А, щербет в мои уста, пустыня расцвела. Круто. Так, это я уже знаю. Это я не участвовал, знаю. А, мой пустынный дом вновь стал оазисом. А, спасибо, прими этот дар. Фенек Феликс. А, супер. Вот кто у нас будет сейчас с
боссом Бобосом, да? Кстати, фон поменялся. Ладно, так уж и быть. Конечно, под этот фон босс-бобос не сильно подходит. Но переодевать я его уже не буду, да? Вот такие вот пироги. А ну-ка. Сейчас гляну на себя так. Ну, все-таки предыдущий спутник лучше смотрелся. Насколько же у меня этих уже феников? Целая куча. Вот так вот за 7 румбиков, считай, получил спутника, да? Круто. Не хочется мне сегодня проходить... О, мама, я в ютубе. Козырная фраза. Со многих видео. Связь с роботами не хочу ее сейчас останавливать. Уже было это не раз. Лучше вот пока есть минутка. Ваше сообщение гляну, давно уже не смотрел. И подарки там кое-какие приму. О, Смурф 2016. Вот, кстати, стоит... Прямо здесь, да, в кадре. И как раз подарок сразу. Спасибочки, что не забываете о меня. Монстряшики, шишка, спасибо. Бараш, ух ты. Серега, крута лиса. Крута лиса. Непонятно, как правильно ударение поставить. Так, боже, зачем такому нику ключ? Добрыня. Принцесса. Милка Наташа, Стайл Бендер, Дроник, Мора, Амбиенс, Джонни Грин, Ванёк, привет, тёзка, спасибо, Звук Рог, Пуф-Пуф. Приятно встречать знакомые лица. Лисохвост, ого, Андрей Че, Один Авт. 1971. Тоже знакомый ник. Хостис. Как-то так. Джеральд. Да, привет, Смурф. Дайни. Акеми. Чипсы. Единорог. Алисия. Гурикап. Парень Облик. Тортик. Ананасик. Оршжнгши. О, не влез. Видать, ашарам сломался от такого ника. Да-да, привет. Передаю привет прямо сейчас. Так, ладно, открытки. Так, вар Артём. Так, главное, чтобы вар была только вот в виртуале. Диана Лайк. Вайти. Заклубимся. Хорошо, не вопрос. Мора. Звук Рог. Урикап. Майка Зенав. Ого. Санок. Савунья На. Кошарик. Саняша Е. Диана Лайк было, по-моему, или то было не то. Климент 1. Ананасик, Эльборд 2, Элизия 555, Крошик, только что уже, видно, пришла, было написано новое. Ух ты, класс, тоже новое, видите, Крот, Камасан, вот пишут новое, Тимир, Звук Рог, Крош, ну и Киборг КП. Да, половина ников знакомые. Так что спасибо, друзья, еще раз, что не забываете. Так, ну и... Так, заявки там, я их заходил, принимал. Еще немного собралось. Добавляю. Всех. Не вопрос. Так, ну и шарафончик гляну. В последнее время, я так понял, в шарафоне... это только сообщения, которые онлайн, когда я пишутся. Так что вот не так их много. Достал свой любимый шарафон, то есть это у меня самый-самый-самый любимый. А, кстати, если у вас такой шарафон есть, поставьте лайк и напишите об этом. Я не помню, когда я его выиграл, но я выиграл его, ну, или там получил, как бы, ну, просто выиграл, так хочется сказать, очень-очень давно, я не знаю,
Когда, может, 3 или 4 года назад, а может, и вообще, когда начинал играть. Но вот с самого момента, когда я его получил, он у меня самый-самый любимый. Это вот был квест такой, да, наверное, разукрасить там что-то было. Я уже, честно, не помню. Уже столько времени прошло, столько видео, столько всего. Но то, что вот он самый-самый-самый мой, это факт. А ты получил промокоды? Вот честно, не слежу за промокодами. А если вы там что-то знаете, то в комментариях напишите, потому что, ну, я просто... В последнее время теряюсь, не успеваю ничего, как бы, вот, в Ютубе, в Шарарами делать. Так что, если что-то знаете, что мне нужно знать, сообщения в Ютубе я всегда читаю, их там не так много сейчас, поэтому вот, хотите, чтобы я что-то узнал, пишите там. А здесь, как бы, сообщения, которые офлайн, они не доходят. Они доходят потом через год, через полтора, там, а вот сразу нет. Только когда я вот онлайн, и вы пишете, они приходят. А если вот я там неделю не захожу в Шарарам, а вы там пишете в течение недели, я этого всего не получаю. Получаю потом уже тогда, скорее всего, когда вы напишете, когда я буду онлайн. То есть, как так. А, ну вот, когда новая серия Шарарама, вот прямо сейчас новая серия Шарарама, вот это говорю, и серия появляется. А, так, ну вот из-за того, что сообщения доходят только те, которые онлайн, их, в принципе, и мало в старом Шарафоне, тем более... А гляну, что сейчас в новом творится. Так, ну в новом дела повеселее немного. Сейчас я, в принципе, сообщения, которые не несут никакой информационной нагрузки, не зачитываю. А поэтому, если вот там одно-два сообщения сейчас прочитаю, то вот, значит, в них что-то было интересное. А, так, а ты настоящий, Юля пишет. А я и сам не знаю, сейчас... Наверное, ущипну себя и проснусь. Мне кажется, что уже почти 5 лет я на Ютубе не записывал. Мне это просто был длинный сон. На самом деле проснусь, и я даже на Ютубе ни разу не регистрировался. Да? Но нет, все не так прям, как я говорю. Настоящий, пока еще настоящий. А, так, подписчик Анимус. Даже Анимус почти как анонимус, да, звучит. То есть, типа, ну, секретный. Ну и, друзья, если я до сих пор как бы, ну, не записывал ролики с камерой, то, наверное, ж, как бы я уже, ну, и не буду, в принципе. Уже сколько времени прошло, если бы я хотел, если бы начал бы с самого начала это делать, то одно дело. А так, если до этого момента это не сделал, то, ну, все-таки, значит, не судьба. Вот так вот. Ой, спасибо, на добром слове, стараюсь, как могу, но вот... Я никогда ничего не делаю там и не говорю наигранно, то есть я вот такой, как есть в жизни, такой, в принципе, и в комментариях. Если мне что-то не нравится, я говорю, если мне там, ну, там не смешно, я не смеюсь, как бы вот, да, ну и стараюсь, чтобы и вы тоже эти вот добрые лучики получали, как бы, когда смотрите и понимали, что, ну... Как бы вы смотрите не злого человека, а доброго. Ну, видать, получается. Особенно вот, когда там, вы просите передать привет там или чтобы попали в ролик, я это делаю. Я уверен, что вы получаете много позитивных, скажем так, эмоций. Это главное. Так, вот хотя бы еще одно желание исполнил. Мечту. Ну вот, уже, значит, ролик и день прожит не зря. Так, сними игру Friday Night Funkin'. Ну, 5 ночей, понятно, там их миллион разных видов. А что такое Funkin'? Наверное, сильно страшно или нет? А что скажете по этой игре? Как бы, стоит ее пробовать записать или нет? И вообще, в принципе, ну, в последнее время... На старые игры у меня особо там времени нет записывать. А если какие-то есть новые игры, которые такие, вот как вы думаете, подойдут для нашего канала, вот, то напишите в комментариях, потому что раньше вот писали, советовали игры, я многие из них записывал, в принципе, но и они заходили, как бы. Ну а сейчас вот что-то я как-то в играх потерялся, возможно, есть какие-то классные, о которых я не знаю. Буду благодарен за подсказки. Так, моей Дашухе уже 9-й годок идет, она уже заканчивает 3-й класс, вот скоро, так что уже
здоровенькая, большенькая. Помню, когда только начинал YouTube записывать, я рассказывал, как она в садик там еще ходила. А вот сейчас уже время быстро летит вообще. Ужас. Только вроде вот начинал записывать YouTube, а уже вот сколько времени, почти 5 лет прошло. Да, вот Ананасик тоже пишет, и такой как раз именно в тему, да, смайлик, да, жаль, что кто-то не подписался и не поставил лайк. А вот так вот, так что давайте быстренько исправляйтесь. Раскрой, пожалуйста, тайну, в какое время суток ты записываешь видео. Буду очень благодарен. Ну вот сейчас у меня на часах 22:59. То есть утром на работу, поэтому записываю с вечера. Хоть как бы с копыт падаю сейчас, как бы устал, но все равно вот в пятницу не смог записать ролик. Именно чтоб вышел он в пятницу. Поэтому с вечера запишу, чтобы хотя бы в субботу с утра он вышел. Но вообще это вот, знаете, такое выражение, да, китайский рандом. Там где-то там всяких там этих розыгрышах, там рулетках, там и так далее. Так вот в последнее время у меня и запись роликов, то есть это абсолютно рандом. То есть могу записывать и утром, могу записывать и днем, могу записывать и вечером, могу записывать и ночью. Так что хорошо бы, если бы я сам знал, когда я буду заранее записывать, но это все получается спонтанно. Привет и тебе, Крош, тоже не хворать, всем здоровья, успешно завершить учебный год, а кто учится, ну и кто не учится, просто всем хорошего настроения. Ну вот, собственно, и все. Прикольно, что вот администраторы присылают сообщения, когда кто-то из друзей, видите, меняет ники, так что вот никто не скроется, да? Все мы знаем, благодаря администрации. Ну вот и все, друзья. Прощаюсь с вами до следующих выпусков. Надеюсь, вам это понравилось. Давно не читал сообщения, так что поставьте лайк. Не ленитесь, как я не ленился сегодня ваше сообщение просмотреть. Ну и до новых встреч. Всем удачи. Пока-пока.